нифига же. Ну, я просто, знаешь, чтобы скилл шел, надо настроение иметь. Че, у 19 окна, блядь, не повезло. 74, блин. На стекле 1-1 цент. Я не снайпер. О, спасибо, Дарья. Да что, где-то 10 хп осталось. Ха, литл, блядь. Разобрался. Спасибо, Дарья, за него. Жека, шот был. Жека, чтобы лучше играть, не надо шутить с попа. Вот и все. Ничего, как там у тебя ужасно все? С настройка? Да. Блин, сзади на лавочках зашел на Б, спустился на Б. Качеством вроде бы ничем не отличается. Но я отключу только эффекты. Пока я не заметил. Литва нагнули. Они по коридору не ходят, что ли? Я сейчас пойду по коридору. Вот прицеливание вроде бы так же. Блин, без прицела вообще не стреляю, как я. Коридор снайпер. Ну, у себя там остался вдалеке, короче. Коридор. Блин, наповален. Я думаю, будет коридор. Эй, убери, что ли? Он виснет, похоже. Коридор слева. Идет. Он ждет, я видел. Он пропас, видимо. Лево. Ну да, запал. Этого опять нагнули. Все, сливаем. Да блин, 83. Как эту УЗИшку победить? Такой длинный лимон. В коридор зашел. Аккуратно. В коридор, карман где-то. На, ай, за стеклом, снайпер. Вот как эту УЗИшку победить? Литл. Такой вот, меня только Бинелли спасает. Не, если с Бинелли, блядь, ты выходишь против УЗИ, там, чаще всего, можешь загасить. Так, я тоталмете фербо. La bomba ha sido posicionada. Блять, мне кажется, или нас просто раскидывают и без щитов просто. Они просто ждут нас и все. Надо их подождать. О, 27 снайпера снял. Все, не полезу больше. А ты залазить на нее. Смотри. А, ну ты залез. Блин. Во. А, слыхуйте, бомба. Блин, 4 на 6. А, плохая идея. Понизу двое, схлопуйте, ребята, скорее. А, загасит что. Снайпер, гнида. Двое в говне. Не снайпер. Хороший. Спешка. Показал ему, что такое настоящий русский мужик. Дороги. Пожалуйста. Ай, ты в углу сидел. Смотри, идет к тебе. Блин, 11. Да как нахер этот тузик так стреляет, блядь, я не понимаю. Ты справа отходит, сзади. Не, давайте, как-то надо аккуратно, я не знаю. Да вытаскивай, еще. Пока еще сливать нельзя. Блин, вот этот снайпер везде, там, где я иду, блин. Вот за стекла справа. Что за блин не везет так? Эй, в проходе. Вышел на скамейку. Хорош. Литл тащит. Снайпера нету. Спасибо. Просто его размял по стене, упор. Не ожидал, что его просто по стене.
Снайпер весь говно саду. Ты хотел отбежать? Потом это я фарбу. Размянся. Один говни был. Минус. Блин. Летал сюда. В коридор ушел. Я не увидел парадара просто. Не понял, где я думал, сверху, в центре где-то убил. А я не успел, я только на тебя переключился. А не, на тебе. Летал сюда. Ну ты все, проиграешь. Это промахивайся, скорость мышки. Только спасибо. Респект стоит один. Ага. Засел, смотри, на литовом месте. Бомбардуем необходимо. Сзади пойдет, я думаю. Макс вышел сзади. Все, давайте тащите аккуратненько. Пусть они пробегут, а у нас еще не убить. Сливать вообще такой давай не вариант. Да мне никого. Противать. Снайпер. Блин, 19-25. Сука, там еще один рядом со снайпером. Движение его задесил. Я его не видел. Где-то на риске, по-моему, бегает. Угу. Справа, справа. По-моему, Девиев бежал. Я там же. Вон, видишь, через текстуру сидит за, по, за дверью здесь слева сразу. Хорош. Блин, не надо, два ствола только оставлять, суки. С ним надо. Да, подожди, мне не надо. Есть. Внизу пусто. Да они сидят, ждут нас. Да в говне пусто, я смотрю. Пусто, да. А, со себя. 25. Здесь из бинеты, блин. Побежал. Да, вот это. Опять 10, да что такое? За ящиком сидит на поваре. На стекло убежал, на стекле. Снайпер, может, потому что он с узиком не оставил. Снайпер. Все, я не высовываюсь, короче. Надо позицию поглубже занять. С узика не растащил. Ты же у нас вообще хотабрись. Оторви этот кусок волоска. Да. Загадай желание. Ты вот так нагнул. Я вижу. Все, я валю, короче, на их нерез. А что, не успеет по времени? Не-не, 44 секунды. Все, хана. А, там же дом со всей стороны, да, время идет? Да, да, конечно. Я просто забыл, не как в КСК. И не как в скиле. Я у них нарез, короче. Да вон, заезжай, заезжай, под лестницей. Ну, спасибо, дали. Скинул по 10, накидал.